Всем привет! Прямо сейчас в эфире канала 3+, новогодний выпуск программы «Стиль жизни» и я, ее ведущий Анатолий Эйн. Считанные мгновения остаются до нового 2019 года, и мне очень хочется, чтобы у вас всегда было отличное настроение. Поэтому в этом выпуске программы мы отправляемся на ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года», общение со звездами, мир музыки и только новогодние поздравления. Все это специально для наших телезрителей. Начинаем прямо сейчас. Поехали! Привет, Прибалтика! С вами программа «Стиль жизни» на канале 3+, Эстония и Латвия. Это новогодний выпуск, и уже совсем скоро наступит долгожданный 2019 год. Но еще в этом году мы успеем совершить музыкальное путешествие на «Песню года 2018», которая проходит в Олимпийском. Огромное количество звезд и только новогодние поздравления. Совсем скоро соберутся гости, ну а мне время отправиться за кулисы, чтобы увидеть всех звезд и получить от них эти новогодние поздравления специально для вас. Ура! Валерия на «Песне года» рядом со мной. Здравствуйте! Здравствуйте! Прекрасная песня, отличное платье. Какой успех песни в этом году? Главный ингредиент успешной «Песни года»? Наверное, искренность – это единственный ингредиент на все времена. Поэтому сегодня на фестивале звучат песни самых разных жанров, в исполнении самых разных артистов, разных поколений. Но неизменно именно эти песни принимаются вот так вот на ура. Друзья мои, пусть Новый год принесет вам только хорошие новости, яркие новые впечатления. Старые друзья пусть всегда остаются с вами при этом. И, конечно, хорошего настроения вам и радостных праздников. Мы будем этому всячески способствовать. Валерий Леонтьев рядом со мной. Какое счастье на «Песне года». Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь около сотни исполнителей, которые работают в самых разных музыкальных стилях, на самые разные возрастные группы и вкусы. И поэтому «Песня года» жива. Она не зациклилась там, скажем, на какой-то только определенной когорте зрительской. Работает для всех. Я хочу пожелать всем, кто меня помнит, и всем, кто хотел бы меня увидеть, душевного тепла, доброго здоровья, комфорта жизненного, счастливых дней и, надеюсь, что до встречи. Анжелика Варум рядом со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Какими главными качествами должна обладать песня на сегодняшний год, вот чтобы зацепить зрителя, чтобы она стала песней? Песня во все времена должна запоминаться зрителю. Тут нельзя особо мудрствовать в популярной музыке и заниматься, как мой папа говорил, вкусовщиной, хотя порой очень хочется. Ну, а как вы проведете свои новогодние праздники? Раскройте нам секрет. Вы знаете, я еще не знаю, если честно. Ну, если будет много работы, то когда наступит весна, приезжайте в Эстонию и в Латвию, на Балтийский берег, там вы точно знаете, как можно хорошо провести время. Точно знаю, как и где можно вкусно покушать. О, это мы точно любим. Дорогие друзья, уважаемые зрители, желаю, как и всем, как родным и близким, счастья, любви, благополучия и здоровья. И пусть у вас также порхают бабочки, как сегодня. Как у нас. Как у нас. И все будет отлично вместе с хорошей музыкой. Мой муз любит блюзы, курит синий честер. Лайма Вайкули на «Песне года» рядом со мной. Здравствуйте. Привет. Рад, чтобы вот такой хит все-таки получился и чтобы зрители запомнили на сегодняшний день. Что это? Что это? Это моя песня, мой муз. И, кстати говоря, совсем скоро рандеву. Сегодня мы очень многих опрашивали. Я знаю, что уже по секрету поделились, что многие приглашены. Да, уже многие. Да. Новый год. Год поросенка. Пожалуйста, воздержитесь от мяса в этом году. Совсем не вредно. Ну, не выпивайте много, иначе будете хрюкать, как поросенок. Интерспусулис, красавчик рядом со мной. Привет, здравствуйте. Лобак. Здравствуйте, лобака. О, ты действительно потерял так вес и так шикарно выглядишь. Практически, уже практически с тобой даже похожи. Я начинаю уже даже... конкурент у меня новый появляется, да? К твоему, наверное, весу, наверное, еще 20 надо сбросить. А как удалось? Мы с тобой за кулисами говорили, может быть, это секретный ингредиент от Лайфа. Это любовь. Это любовь, которая существует.
я любил, люблю и всегда буду любить. Это во-первых. Во-вторых, регулярно заниматься чем-то хорошим и не бухать. А, простите, конечно, может быть, я кого-то обидел. И, конечно, питание. Это питание. И просто сейчас кушаю не ради там удовольствия, а просто чтобы покушать. Но это от Лаймы, это фраза от Лаймы. Рядом с нами наша любимая Ирина Аллегрова. Опять я с вами. Это также так здорово. Какие у вас предвкушения, может быть, планы на Новый год? Может быть, у меня на Новый год всегда нет. Я в этом году без концертов, потому что я выбрала для себя встречать Новый год со своей семьей. Друзья мои, чтобы вы были, главное, здоровы, долго жили. Чтобы вы нянчили даже своих правнуков, а то лучше и праправнуков. Чтобы вам это все приносило радость, чтобы сама жизнь приносила вам радость. И если кто-то загадывает желание, загадайте свое самое сокровенное желание, но хорошее. И вот чтобы желание исполнилось, да. У вас в сущности это энергетическая сила, так мы проведем по экрану. Прикоснулись к экрану, я прям Кашпировским себя почувствовал. Да? Да. И я думаю, что все желания сбудутся. Счастья вам. А мы будем слушать вашу музыку и, конечно, следить за творчеством, которое вы дарите нам. Я очень рада. Спасибо. С наступающим 2019. Спасибо большое. Да. Спасибо. Николай Басков рядом со мной. Здравствуйте. Да, здравствуйте. На улице холодно. Очень холодно. Да. У нас здесь. Хорошо. Ой, дорогие прибалты, от всего сердца с наступающим 2019 годом. Пускай он нам принесет все-таки мира, здоровья, благополучия, процветания. И чтобы, как говорится, тепло нам было соседям, уютно. И, конечно, чтобы любовь и музыка грела, как и на пятый год. Это ничего не меняется. Это любовь аудитории и публики невозможно перекрыть никакими условностями. Вот они, золотые слова. Поэтому мы специально и прилетаем, и наблюдаем. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. И до новых встреч. До встречи. Заработаем, Гришечка, заработаем. Ну что, очень приятно видеть вас на «Песне года». Специально мы прилетели, как всегда. Что нужно в этом году, чтобы песня стала хитом? Потому что что не песня, то у вас хит. Хорошее настроение. Я всегда вхожу в Новый год с хорошим настроением. Любовь обязательно должна присутствовать. А как вы проведете новогодние праздники? Куда полетите? Где вас можно увидеть? Ой, много где. И в Эмиратах. В Абу-Даби. Да. Монако и в Петербурге. Ну и, может быть, где-нибудь там далеко-далеко. Да нет, от всех. На Балтийский берег прямо. У вас холодно. Все замерзнет. У вас холодно. Я человек южный, мне в тепло надо. Прибалтика от Филиппа. Ждите новое шоу «Я плюс я». Мое второе «Я». Мы попрощались в этом году в Прибалтике с моим шоу «Я». И теперь привезем новое шоу «Я плюс я», которое будет очень удивлять всех. Так что ждите премьеру. Ждите премьеру Рига, Таллин, Вильнюс. Ждите премьеру нового шоу. Если сейчас мы приезжали и привозили 5 фур с аппаратурой, звуком, светом, трейлеров, то сейчас мы привезем 15 фур звука, что ж это будет? Света и декораций. И 70 человек балета будет на сцене. Такого вы еще не видели. Ждем с нетерпением. Хорошего вечера. С наступающим 2019 годом. Спасибо Филипп. Большое. Спасибо. Спасибо. Алсу рядом со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам удается идти в ногу со временем и стилем? И с модой, и с музыкой? Как-то удается, не знаю. Ингредиенты. Знаете, я всегда отталкиваюсь от своего настроения, от какого-то внутреннего чувства. Поэтому надеюсь, что оно меня не подводит. Вот как у Филиппа сейчас цвет настроения синий, а у вас какой цвет настроения? У меня сегодня цвет настроения блестящий. Ну тоже, вот я тоже прям специально подстроился. Новогодний цвет настроения. Будьте здоровы, счастливы, любите друг друга. Не грустите. И слушайте хорошую песню. Спасибо. Прекрасная Ани Лорак рядом со мной. Смотрите программу «Стиль жизни», как всегда, на канале 3+. В Эстонии и Латвии. Только самое интересное музыкальное. И только звезды с нами. Наши песни.
Песня года 2018 в самом разгаре, и нас еще ждет очень много интересных звезд. И, конечно, предновогодние поздравления. Но давайте сейчас возьмем небольшую и стильную паузу, после которой продолжим наше музыкальное и новогоднее путешествие. Оставайтесь с нами и, конечно, не переключайте 3+. На сегодня это еще не все, что мы хотели показать нашим телезрителям. Сразу после небольшой паузы мы продолжим наше увлекательное и музыкальное путешествие на песни года. Ведь многие звезды еще приготовили свои пожелания и музыкальные поздравления специально для вас. Так что оставайтесь с нами и, конечно, не переключайтесь. Зара, привет, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Ну что, время летит незаметно, только что золотой граммофон прогремел, и вот она, песня года. Должна произойти магия между материалом музыкальным и его исполнителем, артистом. Вот когда эта магия происходит, тогда эта песня нравится зрителям, тогда они ее чувствуют, тогда она проникает в их сердца и души. И как раз эта магия проносится вот прямо, я думаю, я что надеюсь. Сейчас. Давайте покоснемся так к экрану. И будем заряжать. Да, вот. Очень важное пожелание. Я очень хочу приехать к вам с гастролями. Поэтому я надеюсь, что именно в этом году, в 2019, мы встретимся с вами на концертах. И я вам буду желать всего самого-самого наилучшего. Ваша Зара. Ну что, поздравления с Новым годом во всю Прибалтику. Что пожелаете? Друзья, пусть этот год будет особенным. Не такой, как все до. Пусть он будет особенно добрым к вам, особенно честным, справедливым. Пусть все получается. Пусть удача будет каждую секунду с вами. Ангел-хранитель рядом летать и заботиться о вас. Пусть все будет очень-очень хорошо. От души. С Новым годом, с новым счастьем. Приезжайте в Прибалтику. Конечно, мы любим Прибалтику. С наступающим 2019-м. Ура! Твой навсегда. Ну что, я старался, все блестящие, что я как прилетаю все время. Нет, я вот опять в мешковине. Очень круто, на самом деле, скандинавский минимализм, как положено, что не в Латвии. Итак, пожелания и напутствия на всю Прибалтику. Господа, ну, что я хочу сказать. Новостей, как я люблю, да, с мажором, мажорных новостей, не минорных ни в коем случае. Ну, конечно же, с Новым годом, пусть... Ну, не будет поводов для грусти, совершенно точно. Ну, это самое главное. Прекрасной музыки. Музыки. Все слушали, на самом деле, тогда и мечты сбываются. Ну, и музыки, конечно. Валерий Милада рядом со мной. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. От всей души поздравляю всех с Новым годом, с Рождеством. Желаю всего самого доброго. Мира обязательно. Здоровья всем вам и вашим близким. Любви, удачи, процветания. Пусть все будет у вас прекрасно, друзья. С Новым годом. И приезжайте в отпуск к нам в Прибалтику или Лайма. Обязательно. Или конечно, в конечно. Я уже получил от Лаймы приглашение. Секрет уже раскрыт. Да, секрет уже раскрыт. Так что с большой радостью жду лета, чтобы приехать в Юрмалу. Прекрасного Нового года вам. Спасибо. Спасибо. С Новым годом. Спасибо. Море, солнце, пляжи. И, конечно, Анна Калашникова, привет. Жара между нами, жара между нами, жара. А между нами песня года 2018. Да. Как у тебя ощущения вот здесь оказаться, вот бэкстейдж, все артисты? Ой, ты знаешь, это всегда праздник потрясающий. Видишь всех артистов, коллег, с кем да, работаешь, дружишь. Тех людей, на которых ты молишься, и с детства для тебя кумиры. Пожелания от Анны Калашниковой. Я желаю вам в новом году хрюши, пожалуйста, дорогие мои. Не подкладывайте никому свинку, и надеюсь, что вам никто ее не будет подкладывать. Мне очень хочется, чтобы год хрюши ассоциировался у нас с чем-то добрым, детским, потому что мы выросли на всех этих сказках, на мультиках, на бунтиках, на пятачках и на прочем. И мне очень хочется, самое главное, чтобы следующий год был годом мира, добра. И главное, следите за диетой, будьте всегда да. в отличной форме. И главное, форме. Не кушайте хрюшу, пожалуйста. Тогда вы будете в шикарной форме, как я. Я почти не ем мясо, я ем только птицу и рыбу. Следите за диетой, следите
следите за тем, о чем вы думаете, потому что наши мысли материализуются. Если вы думаете о плохом и только о еде, вы становитесь жирными. Вот так. Ура, спасибо. Слушайте большое. Слушайте музыку обязательно. И с Новым годом, 2019-м. Ура! К песне «Расскажи, Снегурочка, где была?» Я была на «Песне года». На самом деле, «Песня года» продолжается. Ну а давай сейчас с помощью волшебной силы телевидения перенесемся на какое-то мгновение в Прибалтику и поговорим о красоте и модных тенденциях. На счет 3, 2, 1. Поехали! С вами праздничный выпуск программы «Стиль жизни» и, конечно, год подходит к концу. Царит праздничная суета, но я надеюсь, что мы все-таки успеваем держать вас в курсе только самых интересных, модных, стильных и музыкальных событий. Как сейчас, общаемся со звездами, песня года, только хиты. Но я прилетел обратно в Прибалтику с помощью волшебной силы телевидения. И речь пойдет, конечно, о красивых аксессуарах вместе с инструментарием. Рядом со мной представитель Анита. Привет! Привет, Анатолий! Здравствуйте, телезрители! В первую очередь, как мы знаем, что в течение всего года нас сопровождают музыкальные хиты, которые хочется слушать и слушать. Но если мы с вами говорим об оправах, то какая она, оправа года? Это пластиковая классическая оправа от фирмы Gucci. И она подойдет тем, которые любят, чтобы оправа была очень заметной, очень много ее, чтобы было, и чтобы она была классическая и подошла к многим аутфитам. Продолжаем наш яркий и модный разговор. Если речь идет об аксессуарах, конечно, мы с вами любим сверкать, блистать, ну а самое главное – использовать золотые элементы. Итак, золотая оправа – еще один из хитов этого года. Это золотая оправа от фирмы Jimmy Choo. Она в стиле авиатор. И это очень интересно, то, что мы привыкли, что авиаторы – это солнечные очки. Но в этом году и в будущем году будет очень модно носить такие оправы и в повседневной жизни. Прямо сейчас речь пойдет о главном тренде. Конечно, это форма ваших оправ. Она иногда меняется, но на протяжении из сезона в сезон, как мы знаем, лидировала какая форма оправ? Это, конечно же, круглая. И как среди женщин, так и среди мужчин самая популярная оправа была от фирмы Ray-Ban. Она металлическая, круглая, очень невесомая, очень легкая и стильная. Помимо хитов, которые мы с вами запоминаем, всегда существует нейтральная музыка. Она также успокаивает. Но модная параллель, конечно, это легкая оправа, так называемая полуоткрытая форма. Да, это оправа от фирмы Vogue, где металлическая часть только сверху, снизу оправа открытая. И она подойдет тем, кто не любит, чтобы было очень много оправы или очень яркая. Но она тоже смотрится очень стильно и невесомо, и очень модно. Ну что, настоящие модницы, как вы видите, в преддверии Нового года действительно можно все успеть. Накрыть праздничный стол, подготовить свой роскошный наряд и еще успеть с помощью волшебных мгновений узнать последние модные тенденции, которые мы берем в 2019 год. А что делать мужчинам? Я думаю, что Анита вместе с инструментарием приготовили настоящий сюрприз. Эта оправа самая популярная была в этом году среди мужчин. Это оправа от фирмы Carrera. И интересна она тем, что обычная оправа с помощью клип-он стекол превращается в солнечную оправу. И эти клип-он стекла, они также складываются, что очень удобно. Можете превратить свои обычные очки в солнечные и наслаждаться ярким солнцем в стильных очках. Ну а помимо красивых оправ и шикарных нарядов, окружайте себя хорошими людьми и, главное, слушайте прекрасную музыку. И, конечно, у нас предпраздничное настроение, и поэтому прямо сейчас напутствие и пожелания. Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь не только сейчас, но и в будущем, и носите самые стильные очки. И прямо сейчас с помощью нашей волшебной силы телевидения, конечно, мы перемещаемся обратно на «Песню года». Поехали!
Наша пауза в Прибалтике пролетела незаметно, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие на песни года 2018. Остаются последние мгновения, и вот он, год начнется. Но мы еще успеем пообщаться со многими артистами. Вас ждут поздравления. Продолжаем сейчас. Прекрасная Кристина Орбакайте рядом со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли минутку. Песня года. В этом году какая она? Какие ингредиенты? Ведь годы идут, а песня меняется. Песня года, по-моему, неизменна. Потому что это такое ассорти разных характеров, разных настроений, разного вообще калибра артистов, разного возраста, настроения, состояния. Да? Поэтому песня года, она... Она всегда, да, такая разноцветная. И на новогоднем торте как раз та самая маленькая пьяная вишня. Да. Дорогая моя Прибалтика, мы горячие прибалтийские парни и девчонки, знаем толк в праздниках, поэтому главное к ним удачно подготовиться, ну, по крайней мере, так, морально. Главное отметить весело, с хорошим настроением, а там уже поживем, увидим. Прекрасная, яркая Жасмин рядом со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Что меня радует, что люди сейчас стали слушать и слышать текст. У нас же, знаете, профессия, она такая, с медицинским уклоном. Ведь песни лечат. Поэтому если мы добавляем к музыке красивый и красивый текст, то получается вдвойне прекрасно. Это как прививка от гриппа. Если вовремя сделать хорошие песни, то весь сезон можно не... Да. С Новым годом, с 2019 годом. Пусть он будет для вас ярким, красивым, счастливым. И пусть все-все-все задуманное вами в 2019 году обязательно осуществится. Я была с вами. До новых встреч! Прикоснемся к экрану, и вот точно все будет в Новом году. Хрю-хрю. Спасибо. Ирина Дубцова рядом с нами для всей Эстонии. Лады, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, совсем недавно у меня и в Эстонии, и в Лады прошли концерты сольные. Я хочу выразить свою невероятную благодарность вашим потрясающим зрителям. Это второй мой приезд уже в Прибалтику, и для меня это невероятное событие каждый раз, потому что зрители, ну, такое ощущение, что скучали по мне. Я это ощутила в полной мере и надеюсь, что оставила и со своей стороны прекрасное впечатление. Дорогая Прибалтика, дорогие зрители, дорогие мои поклонники, которые я знаю, что тоже там живут, я вам желаю в новом году таких банальных, простых вещей. Будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть в вашей жизни всегда будут рядом близкие люди и любовь. И слушайте хорошую музыку вместе с нами. Естественно. Спасибо большое. Спасибо. Как я люблю эту программу и особенно песню года. Рядом со мной такие прекрасные артисты. Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев. Здравствуйте. 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 Ну что, год пролетел, вы так здорово отработали. Огромное количество артистов. И вот, последнее мгновение и пожелание во всю Прибалтику. Друзья, от всей души хотим поздравить любимую Прибалтику с Новым годом. Здоровья, любви, счастья, всего самого доброго и хорошего. Улыбайтесь чаще. Говорят, что 2019 год – это год свиньи, а свинья, как известно, очень добрая. И пусть этот год будет для вас самым добрым и самым счастливым. Никто с Новым годом. Никто не подкладывает вам свинью. Да. Это точно. И смотрите новые выпуски уже в 2019 году. Авария. Привет, ребята! Привет! Привет. Всем ну привет. Что, годы идут, песня меняется. Какая она, песня года в этом году? Главный ингредиент успеха. Ну, я сегодня 40 минут подъезжал к Олимпийскому. Подъезжали таксисты, артисты и милиционеры. Это значит, что песня года удалась, потому что в зале отслаг полный. Пожелания в Эстонии влад. Дорогие друзья, дискотека «Авария» от всей души поздравляет вас с самым веселым и самым снежным праздником, с Новым годом! Ура! Ура! Стервисекс! Точно! И, конечно, Новый год нам мчится, хотя бы припев. Давайте. Новый год нам мчится, это наша песня. Все случится, сбудется. Сопанут! Ничего, ничего! Ничего, ребят, ничего! Ничего, ничего! Программы «Стиль жизни». Ура! Все случится, сбудется, что снится. Что опять нас обманут, ничего не дадут.
Сегодняшний выпуск программы «Стиль жизни» подошел к концу, как и этот 2018 год. И я надеюсь, что наши телезрители во всей Прибалтике получили заряд музыкальной энергетики на весь будущий год. И как правильно поется песня «Ты не скажешь до свидания», песня не прощается с тобой. И мы не прощаемся с нашими телезрителями. До встречи в новом году. Пока! Сегодняшний выпуск программы подошел к концу, как и этот прекрасный 2018 год. И я хочу пожелать всем нашим телезрителям оставаться красивыми, стильными, модными, любимыми и счастливыми. И помните о том, что счастье – это вечность, которая длится маленькое мгновение. Это мгновение проводите в окружении близких, родных и, конечно, вместе с нами. До встречи уже в новом 2019 году, как всегда. Всегда в программе «Стиль жизни». До встречи! С Новым годом!